Привет, сегодня покажу, как заполнить налоговую форму для YouTube. Надо заполнить повторно, иначе могут вам снимать потом по 30%. Ну, пройдем вместе с вами. Нажимаем. Надо заходить сюда. Ну вот. Тут мы сразу видим, что вот до 31 числа. Желательно до 10 декабря, конечно, иначе будут снимать 30%. Нажимаем Submit New Form. Новую форму. Ну вот, видишь, истекает 24-го. Новую форму подтверждаем. Так. Эти 15-20 минут это может занять. Поехали. Так, зашли в свой AdSense, и вот начинается. Первое, что нам надо выбрать, это кем вы являетесь индивидуально. Как говорится, работаете в YouTube или, ну, уже там, не знаю, зарабатываете деньги как компания. В моем случае индивидуально. Нажимаю Yes. Дальше. Нет, я не являюсь жителем. Дальше нам идет уже форма для всех обычных обживателей земли. Это вот W8 Band. И начинаем заполнять эту форму. Бизнес name. Это не обязательно. Главное имя, фамилия. Тут мы выбираем страну. Так, в моем случае это Латвия. Тут optional, но тут можно персональный код в моем случае записать. Дальше. Пишем адрес ваш. Тут ничего не надо кликать. Это если у вас какой-то почтовый ящик есть там на почте или где. Короче, это не надо. Нам надо, но тут, что у вас одинаковый почтовый адрес и адрес проживания. И нажимаем Next. Дальше он против, что видите, в Латвии у них есть налоговое облегчение, как бы. Поэтому нажимаем тут Yes, что я хочу получить облегчение. Я являюсь резидентом, и страну выбираем. И дальше мы видим тут несколько галочек, нажимаем, выбираем единственный параграф, ну и ставим, конечно, самую маленькую. Тут мы поставили, да, эту 10% ставку. Тут мы тоже кликаем, ставим галочку. Хорошо, что там только один параграф. Тут видите, нулевая ставка, тоже галочку. И тут видим 10% ставка. Тут тоже нажимаем галочку. Тут галочку ставим, потому что мы подтверждаем, что мы являемся жителем, например, в моем случае Латвии. И что вот я подтверждаю, что вот это все ставки подходят мне. Вот. Дальше Next. Тут они спрашивают, ведете ли вы какую-то, не знаю, там, какие-то действия в Америке, зарабатываете вы именно в Америке что-то там, логично. В моем случае это нет. Я подтверждаю. Дальше он спрашивает, куда отсылать ему ваши бумаги. Ну, или есть в бумажном виде, на почту вам отошлет. Ну, логично, paperless. Ну, это. То подтверждаем, что, если что, на почту вам присылали. Нажимаем Next. Тут, если надо, мы можем зайти на каждую сделанную, вот видите, в таком в А4 форме уже готовые документы PDF. Ну и дальше надо подтвердить, что вы ознакомились. И дальше нажимаем Next. Почти закончили. Так, тут мы подтверждаем эту всю декларацию. Тут можете почитать перед тем, как нажимать. Ну, тут, видите, тут 30 дней. В течение 30 дней вы еще можете, наверное, что-то изменить, если вдруг что-то неправильно. Тут мы подтверждаем, что предыдущие ваши налоговые формы также были те же самые, что вы живете в той же самой стране. И тут опять же ставим год. И тут именно дату мы будем ставить сегодняшнюю. 6-10-2024. Вот это мы поставили. Тут, да, я подтверждаю, что я, говорится, это мое имя, фамилии. И делаем submit. Подтверждаем. И если у вас все правильно, тогда у вас сразу высвечивается
до 27 года, то есть на 3 года вперед у вас уже это все опять же есть.